Доброго дня. Сегодня у меня вот такой обзор. Вот эти три вещицы оловянные должны быть, все они, хранится ли кувшин, можно использовать. Сами видите, она так небольшая, но вполне и компактная, и красивая. Тоже натерли, почистили. Посмотрите, какая окантовка по краю, какие ручечки, да. Рисунок есть, конечно, вмятины, но довольно-таки интересно. У нас, видите, этой кружки здесь есть якорь, надписи производителя тоже и номер. Интересно, довольно-таки обозначение, фирма, но все почищено, начищено. Симпатичная кружка, старинная. Вот такая вот, видите, здесь тоже все почистили. Люди ее в презентабельном виде, мне ее подогнали, потому что грязную я ее не хотел покупать. Ну, дальше чайник тоже интересный такой. Должно быть, он английский. Ножки, сами видите, какие декоративные, да, симпатяга просто. Вот какой-то фрукт, видимо, какой-то. Или кабачок. Вот такая ручка. Вращаем. Ну, есть, конечно, вмятины. Ну, конечно, интересный довольно-таки дизайн. Ну, наверное, он литровый точно должен быть. Ножки. Смотрите, как сделан и носик. Видите? Интересно, да? И здесь смотрим, тоже есть производителя. Номер тут все стоит. Четверка. Вот, наверное, мастер какой-то делал. Видите, дублевые. Вот такой общий вид у него. Интересная весьма модель чайника. У меня тоже бывают разные. Смотрите. Бывает, приходит, уходит. Но на них бывает цены тоже очень дорогие. Бывают вообще предметы искусства, подобные чайники оловянные. Это уже поднос, скажем так. Видите, какие, как он отделан. Край у него довольно-таки тоже интересный. Здесь у него как идет типа чеканки. Здесь у него об этом надпись, что есть клеймо тоже производитель, что это пьютер, что это олово. И молоток и руки обозначение, что как бы ручная работа молотком тут делалась. Потерся, мы его, конечно, почистили. Но он такой, наверное, более современный, лакированный. Поэтому я думаю, что он не такой старинный. Это явно, я так думаю, 20 век. Все-таки. Но кто знает, может подсказать. Ну а так вот эти три предмета, конечно, чайник на этом подносе, по-моему, самый он отлично смотрится. Можно, как обычно, по отдельности. Если что-то у вас есть, можете мне что-то предложить. Так что смотрите за обновлениями. У меня не бывает времени от времени.